Добрый день, уважаемые друзья, или вечер, или какое время суток. Поступила просьба от моих, так сказать, подписчиков и друзей, которые смотрят мои видео, чтобы я рассказал об очередном вредителе щурка, бич пчеловодства. Я нашел небольшую тему, немного информации. Вот, 1959 год, журнал «Пчеловодство», номер 10. Пожалуйста, выслушайте, небольшая тема. Называется статья «Щурка. Бич пчеловодства». Прочитаю это в Таджикистане. Очень много их оттуда пишут. Ну, я расскажу, какую проблему создает щурка для пчеловодства. Главная же опасность пчеловода в том, наши пасеки буквально терроризируются щуркой золотистой. Лет 5-6 тому назад отмечались лишь отдельные случаи залетов этого опасного врага пчел. Теперь же имеется масса гнездовья, описывает один пчеловод, из которых после вывода молоди тысячные стаи щурок устремляются в долины. С конца июня, начала июля вокруг пасек на телеграфных проводах, деревьях и просто по дорогам и берегам арыков сидят и носятся над хлопковыми полями тысячи этих разбойников, истребляя пчел. При вскрытии убитых щурок в их зобах насчитывалось до 80 пчел у каждой. И неудивительно, что спустя 10-15 дней после массового появления щурок в семьях остается очень мало летных пчел. Известны случаи гибели от щурок целых пасек. Какие же применяются меры борьбы с этим поистине стихийным бедствием? Задается вопрос. Все известные пчеловодам средства, как пугало, чучелы и так далее, оказались бесполезными. Щурки ловят пчел не только в поле, но и на пасеке, не обращая внимания даже на стрельбу из ружья. Так старейший пчеловод Шахараунского района Тамилин делал ежегодно до 100 выстрелов и убивал до 80 щурок в день. Но заметного эффекта не достигал. Я не буду все зачитывать, потому что там нет информации, как справляться. Прочитаю следующую статейку. Здесь пишет другой пчеловод. Одним из способов борьбы с щуркой является отстрел их из малокалиберных ружей. Ежегодно мной отстреливается от 150 до 250 щурок. Каждый пчеловод должен вооружиться ружьем и истреблять щурок каждодневно, не забывая о том, какую пользу он принесет пчеловодству, убив хотя бы одну пару щурок. Вот такое средство они предлагают. Ну и еще добавляет этот пчеловод. Известно, что каждая щурка ежедневно истребляет 50-60 пчел. Не говоря о том, что были факты, когда в зобике убитой щурки находили до 150 пчел. Вот такую информацию, ну, как говорится, вред такой приносят эти щурки. Хочу еще продолжить эти статьи. Есть тут еще рецепт, как работать. Вот. Ну, предлагают разорять гнезда. Ну, естественно, если это молодые, они гнездятся на, так сказать, на обрывах. Вот. И это очень тяжело. Ну, я вот прочитаю, интересная вот информация здесь написана. Послушайте. Щурка золотиста прилетает к нам в конце апреля, начале мая. Гнездится в обрывах реки Урала. Проделывает для этого норы глубиной на 1-2 метра. Откладывает 5-8 яиц. Птенцы вылетают в июне и в июле. Наибольший вред щурка приносит во второй половине лета, после вывода молодого поколения. В это время щурки могут уничтожить не только большую часть летных пчел, но и маток во время брачного вылета, что приводит к сильному ослаблению семей и, как следствие, к потере их продуктивности и срыву роста пасек. В литературе имеется указание на использование прирученного сокола-чеглока для отпугивания щурок. Это на обрывах Урала. Итак, читаем дальше. Однако следует использовать для этой цели и диких неприрученных соколов-чеглоков. Еще в 1954 году поблизости пасеки колхоза имени Володарского Приурального района оказалось гнездо сокола-чеглока. С тех пор совсем прекратился налет щурок, так как один звук чеглока заставляет их держаться на большом расстоянии от пасеки. Чеглок не ограничивается поимкой одной щурки, а преследуя их стаю, продолжает сбивать нескольких птиц, наводя на них страх. Чеглок – небольшой сокол, величиной не больше галки, цвета сизого, лоб беловатый, штаны ярко-рыжие.
ну так написано, штаны, это, как говорят, на ножках оперение. Прилетают в наши места в начале мая до середины июня, проводят гнездование и вывод птенцов. Гнездится на высоких деревьях, кормят взрослых птенцов в воздухе, бросаем добычу на лету. Чиглок, помимо мелких птиц, уничтожает крупных насекомых-вредителей, саранчу, стрекоз, безвреден для домашних птиц. Если бы удалось, я думаю, записать, сейчас у всех есть магнитофоны, через микрофон, попискивание этого, ну, как говорится, звуки этого сокола, чиглока, то и установить, возможно, там, или, ну, как говорится, магнитофончик с микрофоном, чтобы производил звук этого чиглока. Я думаю, щурки знают этот звук, и они, естественно, при слышании, как тут на основании этой статьи, могли бы отлетать. Как говорится, когда я ходил по зоопарку, то я видел там некоторые записи в зоопарках, магнитофонов, как кричат разные насекомые, звери, вот специально показано, вернее, не насекомые, а звери и птицы и прочее. То есть можно взять на вооружение такую тему, как вот использовать звук орлов вот этих и соколов. Также еще статейка интересная, я думаю, она вам понравится. В борьбе со щурками применяется много способов. Отстрел из ружья, разорение гнезд, уничтожение птенцов, применение всевозможных капканов, яда, уничтожение при помощи сокола-чиглока и так далее. Ну, посмотрим, что далее. Когда щурка голодна, она становится до того нахальной, в кавычках, что не обращает внимания даже на оружейные выстрелы. В течение 10 лет в городе Танруге испытывался способ борьбы со щурками с помощью красных флагов, укрепленных на шестах, которые были установлены на четырех углах пасеки. Щурка отпугивается развивающимися флагами, а в период массовых налетов старается высоко перелетать над местами расположения флагов. Шесты изготавливаются с такой высоты, чтобы флаги возвышались над кронами растущих вокруг пасеки деревьев, то есть повыше деревьев, чтобы видно было этот флаг. Вот. Я могу вам показать приблизительно, как он устроен. Вот, посмотрите, тут он нарисован. Если вы сможете что-то увидеть, то пожалуйста, посмотрите. Вот видите, пика, проволока загнута. Вот эта проволока проходит, вот она, проволочка проходит. Она кольцом загнута, чтобы она крутилась. И здесь проволока загнута. А вот это вот флаг. Вот, развивается, вот, и это пустое место, флаг вот здесь вот развивается, это как бы, знаете, шарнир, на шарнирах, тут шарнир и тут закруглено, а это круглое отверстие, вот, пожалуйста, посмотрите, видите, круглое, вот, и канавки прорезаны, и на штырю, это штырь такой вот, и развивается флаг. Читаем дальше. Шесты заталиваются с такой высоты, чтобы флаги возвышались над кронами растущих вокруг пасеки деревьев. Полотнища флагов изготавливаются шириной 2 метра, длиной 3 метра. Очень большие флаги. 2 метра длиной, шириной и длиной 3 метра. Укрепляются флаги наверху шеста при помощи шарнира, чтобы полотнище не запутывалось при изменении направления ветра. То есть, чтобы флаг мог крутиться на штырю. Чтобы флаг мог крутиться на штырю. Вот. И здесь проволока изогнутая кольцом. Она одевается здесь и здесь. Вот это кольцо крутится. Если ветер подул сюда, флаг дует сюда стоит. Подул сюда, дует сюда. То есть здесь кольцо, здесь кольцо. Ну, приблизительно, если вам сказать, как петли на дверях. Они крутятся, дверь открывается, крутится. А это все на одном шарнире крутится вот так по кругу, как говорится. Ну, как вентилятор крутится. Вот. Только вентилятор имеет, допустим, 3 или 4 стороны. А это одна сторона. Вентилятор, можно сказать, только с одной стороны крутится. Вот так вот флаг. Итак, друзья, читаем дальше. Что здесь написано? Укрепляется флаг наверху шеста при помощи шарнира, чтобы полотнище не запутывалось при изменении направления ветра. Флаг отпугивает не только щурок, но и других вредных птиц. В частности, его боятся воробьи,
массами налетающие на рисовые плантации, посевы подсолнечка, созревающие ягоды и так далее. Вот это, что я нашел, друзья, вам прощурок. Если будет еще какая информация, я постараюсь выставить. Итак, берите во внимание, можно записать на магнитофон и можно сделать флаг, полотнище красное, чтобы оно крутилось над пасекой. Это имеется в виду, если у вас можно там 3-4 по углам пасеки поставить, и когда они подлетают, и флаг, чтобы, ну, желательно, чтобы он, как говорится, развивался. Итак, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки, если есть вопросы, задавайте, постараемся ответить, если найдем какую-нибудь подобную хорошую информацию, чтобы улучшить ваше положение с пчелами. Ждем ваших комментариев.